Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на автомобиль фирмы ICM в 35-м масштабе Studebaker US6. Довольно старая модель от фирмы ICM, но при этом довольно неплохо оплита. Набор состоит из 6 литников, инструкции. Как видите, при транспортировке по почте некоторые детали отлетели, так как довольно тоненькие следы от питателей на детали. Начнем обзор с инструкции. Инструкция сделана в виде книжечки. Здесь показано количество литников. По принту видно, что модель одна из ранних фирмы ICM. Ну, хотя все подробно указано по сборке. Деталей в модели не сильно много. Модель подойдет даже для начинающих моделистов. Всего 28 этапов сборки. Есть этапы, где всего лишь надо собрать две детальки. Есть этапы, где надо собрать побольше. Ну, как видите, инструкция тоненькая, и модель довольно просто соберется. Довольно интересная декаль. Можно сделать под польскую армию, под советскую армию и под американскую. На литниках утяжен, облоя не обнаружил. Неплохо сделаны колеса. Вот сам рисунок на колесах, наверное, все-таки неправильный. Должен быть в виде елочки. Но это не столь страшно. На литниках все выглядит красиво. Но надо быть осторожными при перевозке, при пересылке, при транспортировке. Питатели довольно тоненькие. И у меня в коробке несколько деталей отлетало. Литник с элементами кабины. Интересная модель, интересная машина.
Как я и говорил, что модель для начинающих будет довольно простой, несложной. Даже мосты, карданы, раздатка. Все сделано одной деталью и будет очень быстро собираться. Особенно хороша модель для тех моделистов, кто любит быструю сборку, сборку выходного дня. За один день модель собрать, за второй покрасить. Это я, конечно, утрирую. Но при желании можно так и сделать. Что я скажу? Довольно неплохой, интересный набор. Особенно кто любит американскую технику. Литник с прозрачными деталями. Здесь видно все-таки небольшие царапинки на стеклах. Не такой прозрачный пластик, но я думаю, во время войны идеального стекла все-таки не было на машинах. Это сейчас на современных авто стекла, прозрачность. Раньше, наверное, где-то заменяли и оргстеклом. Да и стекло не было таким прозрачным. Данному набору уверенно дал 3 балла. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале.